Друг, приветствую тебя. Сегодня наконец-таки настал тот момент, когда мы входили в Express Smart Game. Что из этого вышло, сейчас расскажу. Также расскажу, как заходить очень быстро в этот проект, чтобы не терять ни секунды. И маленькие нюансы, которые ты должен знать, если будешь залетать в этот продукт. Смотри видео до конца, погнали. Итак, начнем с того, что сегодня в своем телеграм-канале я дал ребятам понять, что я буду заходить на уровень 23 по отметке 0.88 BNB. В принципе, он окупился у меня ровно за 3 секунды, вышел в плюс и заморозился. Сейчас мы посмотрим. Всю важную информацию я сразу даю в моем телеграме. В ютубе это делать долго. Поэтому обязательно переходите, подписывайтесь на Telegram. Теперь по поводу YouTube. Что мы видим? Завтра у нас будет уже 23 уровень. Сегодня мы заходили на 24 за 0.88 BNB. В самом начале, когда был первый ролик по подсказке, я говорил, что буду заходить на уровень 3.6, но динамики не было. И своим ребятам я сказал, пока тормозим, не заходим. В принципе, это было, думаю, логично, потому что когда я буду заходить на маленькие уровни, когда пробьется, он уже пробился психологически, психологический уровень в 1 BNB, будет большой приток людей. Итак, что мы с вами увидели? Сегодня я зашел в свой первый уровень, давайте посмотрим. Вот, у меня, кстати, заморозился, кто-то заходил на 31 из моих партнеров. И вот, собственно, я заходил в первые секунды, у меня сразу же сделалось 150% и заморозилось. Потому что если вы покупаете первый раз уровень, он делает 150%, и чтобы было не вместо двух циклов все 5 прокрутились, нужна покупка вышестоящего уровня. Именно завтра я буду заходить на отметку 0.66, и уже 0.66 у меня будет прокручиваться 5 раз. И шестой финальный дается бонусом, об этом говорили админы. Что самое важное я хотел сказать, давайте посмотрим на статистику и на динамику. В принципе, за 1.2 вчера уже неплохая была движуха, но я не стал заходить, я знал, что после 1 BNB многие люди, да и сейчас как бы немногие, будут многие заходить, это на уровне вот 0.44, 0.36, 0.66, то есть с завтрашнего дня все больше и больше людей будет наплывать, плюс хорошую рекламу уже делают индийские блогеры, помимо этого еще разные республики, я видел сам в ютубе, с хорошей аудиторией 5-10-50 тысяч подписчиков, поэтому это все не шутки. Насколько сильно куплена реклама, мы не знаем, может действительно для показухи куплено там 3-4 блогера, да, которые делают обзор, а может действительно будет крупная рассылка, и вот этой волной, когда мы дойдем до крайнего 19 уровня, все начнут прокупать выше, чтобы получать там уже награду. Об этом мы с вами еще вернемся. Сейчас что мы посмотрим? У нас есть определенная динамика. За сегодня зашло только 202, то есть треть, даже не треть, половина за сегодня зашло. Было 200 с чем-то участников, 205, и за сегодня 202. Это говорит о том, что завтра будет динамика еще лучше, послезавтра еще лучше, вплоть до самого мелкого уровня, а потом уже будет раунд 2. Динамика реально крутая. Но это видео я хочу дать тем ребятам, которые не знают, как покупать через смарт-контракт, потому что есть люди, которые покупают просто через, ну, активацию уровня, то есть нажимают активацию и вот здесь прокупают. Это занимает довольно-таки, ну, немного, некоторые даже здесь быстрее прокупают через смарт, кому как удобно. Я лишь вам показываю на примере. У нас есть вот уже смарт-контракт, я его открыл. Я открыл именно определенную транзакцию за сегодня, чтобы вам показать. И тут я вам покажу, может кто-то захочет сделать анализ, все верно ли распределяется или нет, я вам расскажу несколько нюансов. Первый из нюансов, как понять, в какое время кто зашел. Ну давайте смотреть на транзакцию. Если мы откроем, вот с самого начала давайте сделаем, мы вот здесь вот нажимаем вот такую цепь, у нас открывается смарт-контракт. Что мы в нем видим? Мы видим, какие выплаты в какое время шли. Но некоторые люди хотят вплоть до секунды посмотреть. Вы можете вручную так смотреть, а можете смотреть немного иначе. Мы нажимаем вот здесь все транзакции на вот эту, чтобы быстро просмотреть. Вот здесь внизу выбираем 100 единиц, чтобы максимально широко и обзорно у нас было. И давайте найдем именно самую первую транзакцию, самые первые транзакции по этому столу. 100 у нас 0.88 стоит, именно его мы рассматривать и будем. В принципе, вот были транзакции 45 минут назад, но они не проходили. Кстати, есть транзакции, вот такие вот красные, это которые не прошли. Но есть транзакции, которые якобы прошли,
Сейчас мы вам найдем, чтобы вы понимали. Вот, например, из блока 22-144-035. Но эти ребята не прокупили стол. Вот мы сейчас все проверим. Видите, якобы в 3.50, ну, если перевести на наше время, якобы он не в 19.00 купил, а в 18.59-57. Но это все ерунда. Вроде бы, да, кажется, что вот прокуплено. Что мы делаем, чтобы проверить? Мы берем, копируем смарт-контракт from, то есть от кого. Заходим в форсаж, вставляем вот сюда вот. И сейчас посмотрим, реально ли прокупилось или нет. И что мы с вами видим, у него не прокуплен этот уровень 0.88, потому что транзакция возвращает и кидает одну минуту блока, то есть человек не может одну минуту прокупить, а это очень много, если сравнивать такую игру. Важно понимать, что это игра, не забывайте, вкладывайте только свободные средства. И все, что было с блоком 22.144.035, это ребята заносили за секунды до. С нуля начинается блок 22-144-036. И именно тот блок, где нет красного восклицательного знака. То есть вот самый первый человек, давайте посмотрим, который купил этот стол. Купил он ровно в 19.00, даже по секундам. Мы копируем его смарт-контракт. Прямо вот сюда вот вставляем и смотрим. Заходим на наш уровень и видим, что у него все 5 линий окупились, плюс 0.66, competition, это complexion, это последний бонусный пак, так сказать, дарят админы сразу целую выплату. Он зашел ровно в 0.0. Понятное дело, что многие люди, там какие-то скрипты и боты, без этого никуда, хотя админы, говорят, будут бороться с этим. Но и вручную, я сам вручную сегодня зашел в 0.0 секунд, отправлял транзакцию за 3 секунды, но есть люди, которые за 3-4 секунды отправляли, и у них возврат был средств, потому что они на секунду опоздали, и у них блок. То есть тут тонкая грань. Либо в самом лучшем случае отправлять там за одну секунду, за две. Если хотите, чтобы транзакция точно дошла и не было блока. Я не могу точно говорить, что она дойдет, потому что очень много транзакций. Но это самый лучший вариант. Либо покупать через данную платформу. Некоторые, кстати, ребята думают, все, вот у меня ни одной выплаты, я зашел там на 10-15 секунд, в 10-15 секунд. На самом деле, как показала практика прошлого уровня, что даже спустя там час-два, спустя 20 часов люди прокупали еще и вышестоящий уровень. То есть сейчас динамика все больше и больше будет нарастать, вплоть до конца 19 уровня, самый низкий стол. Как будет себя чувствовать второй раунд, мы с вами не знаем. Теперь про важный момент. Как вообще все это делать? У нас есть MetaMask. Если вы не хотите прокупать еще раз через контекстное меню самого визуала сайта, то есть вы можете здесь все прокупить. Так, давайте покажу еще раз. Вот Activation Level. То есть делайте Approve, если вы с самого начала. Выбирайте уровень ровно в 19.00, прокупайте. Также можно купить через MetaMask. Вот здесь внизу мы копируем, рядом с цепью копируем. Заходим в MetaMask, нажимаем кнопку «Отправить». Сюда мы вставляем данный смарт-контракт. Мы вводим ровно ту сумму, которая нужна. К примеру, мы хотим прокупить следующий уровень 0.66. Видите, нам сразу не дает. Нам нужно повысить лимит газа. Сразу говорю, не нужно ставить 10 миллионов, 15 бессмысленно. Так же, как и ставить 1 миллион. Ставьте 2-3 миллиона газа. Остальная комиссия вам придет назад. Все, что нужно. Потратится, майнеры потратят, остальное вам придет обратно на кошелек. Цену газа ни в коем случае не меняем, иначе транзакция не пройдет. Что же это у нас за такая вкладочка 16-ричные данные? Это если мы прокупаем обычный уровень. Прокупили, нажали далее, отправить. Все, у нас стол купился, если транзакция хорошо прошла. Теперь у нас есть такая вкладка 16-ричные данные. Если у вас ее нету, как ее подключить и для чего она нужна. Я сегодня в Телеграме рассказывал, расскажу еще раз. Вот здесь вот смотрите, кружочек нажимаем. Настройки. Дополнительно слева. Внизу видим вот такую вкладку «Показать 16-ричные данные». Это хекс-дата. Для чего она нужна? У каждого стола в данной игре есть 16-битный код, как я это понимаю. Вот, и он отвечает за тот или иной стол. Для чего они придумали? Потому что если мы, к примеру, перейдем в официальный канал Smart Game Pro, тут вот, например, на 25 уровень они писали хекс дату. И многие спрашивали у меня, для чего она нужна?
Хекс-дата нужна для того, чтобы не спутать уровни, потому что в первом раунде и во втором раунде Smart Game Pro есть одинаковые уровни по цене. Давайте посмотрим, как это работает. К примеру, мы зашли на наш аккаунт. Что мы с вами видим? У нас еще будет один такой уровень, его не пропустите, если будете заходить. Этот уровень будет на отметке 0.44. Вот у нас первый раунд, видите, да, вот первый раунд. Все, что 0.44, хекс-дату не надо. Вот именно на 0.44, смотрите, это левел 21. Когда мы уже дойдем до сюда, нужно будет вписывать хекс-дату, если вы будете отправлять через смарт-контракт. Если через сайт, ничего не нужно. Через смарт-контракт нужна хекс-дата. Почему? Видим, что 21 уровень 0.44. Нажимаем назад, включаем второй раунд и видим, что у нас 0.44 шестой левел стоит. То есть, чтобы смарт-контракт не подумал, что вы отправляете на второй раунд, на каждый стол определена своя хекс-дата. Эта хекс-дата также будет у меня в телеграм-канале. Обязательно переходите, если будете играть в это казино, если можно так пирамиду сказать. Поэтому переходите, там же, если кто хочет зарегистрироваться, есть ссылки и так далее. Именно эту хекс-дату, если вам нужно, копируем ровно все вот эти числа. И если она требуется, вот здесь, кстати, галочку включаем, не забываем. Если она требуется, мы уже отправляем именно вот сюда вот вставляем. Нажимаете кнопку «Я понимаю». Нужное количество BNB, газ, как я вам сказал, и отправляете. Еще раз, хекс-дата отправляется именно на тот уровень, где она требуется. Как понять, я вам уже сказал. Если не понимаете, переходите в Telegram, там расскажу. Вот, в принципе, и все. Это как быстро отправить. Ждете таймера, видите, что подходит 19.00. Главное, заранее там за 10 секунд не надо отправлять, потому что у вас заблокируется за 6-7 секунд. Это все заблокируется. У вас транзакция отклонится, вы начнете опять вбивать, пока все это сделаете, еще 20 секунд потеряете. Поэтому два варианта. Если не хотите мешкать, залетайте через сайт. Если хотите попробовать через смарт-контракт, я все объяснил. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, либо заходите еще раз в телеграм-группу. Ребят, всем пока.